Фира рассказывает Абраму. 7 марта заглядываю через плечо коллеги, вижу, что он во флористическом интернет-магазине букеты смотрит. Первая страница букета за 1500. Он мотает головой, мол, не подходит, лажовые. Следующая страница букеты 3-4-5 тысяч. Он опять крывится, все не то. Я тихо, скрипя зубами, завидую его девушке, вот повезло же ей. Коллега перешел уже на страницы со совсем шикарными букетами. За 8-9 тысяч. По его лицу вижу, что эти ему кажутся недостойными его избранницы. Моя зависть переходит все границы. Думаю, что же там за принцесса такая? Когда мое любопытство достигло пика, вижу, что он остановился на прекрасничном букете эксклюзивного дизайна за 12 тысяч рублей. И схожу тягучими слюнями и вижу, как он копирует картинку и пишет: «Мариночка, поздравляю тебя с 8 марта!» Сегодня утром я поставил чайник греться. А какой подарок жене сделали вы? Моня, а помнишь, как в детском саду нарисуешь маме на 8 марта каку-камаляку? Она так радуется, так радуется. А вот почему-то с женой этот фокус не проходит. Восьмое марта, 8 утра, и у соседей весело застучал молоток, а потом зажужжала дрель. Вот вроде ж суки, но как-то радостно стало за соседку Клаву, ей-то полочку все-таки повесили. Ты прикидываешь, он мне пишет: «Ира, что тебе подарить на 8 марта, машину или квартиру?» А ты? А я Света. Абрам, ты что, охренел? Что это за подарок? Роза, что ты хочешь? Ты на 23 февраля заштопала мне носки и сказала, что они как новые. Сегодня я тебе наточил ножи, и они тоже как только что из магазина. Пациент на 8 марта написал стихи для медсестер. Душевные такие, со сложными рифмами. Маяковский, блин. А поскольку сам читать стеснялся, попросил соседа по палате, певца. У того голос хорошо поставлен. Ну, приходит певец на сестринский пост и на всю больницу декламирует. Все слушают, умиляются, пока не звучит фраза: «Когда придешь к вам сраный в душе!» Тут певец умолкает и начинает перечитывать листочек. Сестрички тоже молчат, и только санитарочка говорит: «Что замолчал, сынок? Помоем сраного, не впервой!» И тут под начинающийся дикий смех раздается вопль автора: «С раной в душе, идиот!» Бреюсь электробритвой, а теща каждый год на 23 февраля дарит пену для бритья. Подарю-ка я ей в этот раз на 8 марта презервативы. Милый, что ты мне подаришь на 8 марта? А что бы ты хотела? Ну, мне бы хотелось чего-то нового, яркого, чего у меня еще никогда в жизни не было. Дорогая, я знал, что ты когда-нибудь сама попросишь анального секса.